Всем привет, друзья! Сегодня я вам покажу тренировку на спину. Это будет комплексная тренировка. Она будет прорабатывать верх трапеции, низ трапеции, широчайшие, круглые мышцы. И всякие, короче, мышцы сверху, да, я не буду перечислять их. И также даже поясницу. Давайте начнем. Полетели. Давайте начнем просто с широчайших мышц, вот верха спины. Сначала затронем верх спины, это будут обычные стандартные подтягивания, но они будут в виде суперсета. Смотрите, как это будет выглядеть. Мы накидываем портфель, сзади у нас портфельчик, чтобы там вес дополнительный был, чтобы сложнее нам было, чтобы мышцы росли все-таки. И мы должны будем сделать от 6 до 12 повторений. Вы должны накидать веса туда столько, чтобы вам сделать максимум 12 повторений. Беремся широким хватом, выгибаем спинку назад. И полетели. После того, как вы закончили сразу же это упражнение, вы без перерыва снимаете портфель и начинаете делать просто со своим весом. И сразу же после этого упражнения можно немножечко отдохнуть, чтобы мышцы отошли. Мы беремся обратным узким хватом, выгибаем максимально спину и подтягиваемся тоже на широчайшие мышцы. Итак, этот суперсет состоит из трех упражнений. В первом упражнении нужно сделать, ну, постарайтесь сделать 12 повторений. Во втором и в третьем упражнении можно сделать по 6-7 повторений, потому что это уже будет сложно. Сет реально сложный, не для новичков. Вот этих упражнений этот сет делаем 3 круга. То есть повторяем все по 3 раза и отдыхаем между подходами, между вот этими сетами, где-то 2 минуты. Как я и сказал, следующим делом мы будем прокачивать трапецию. Чтобы прокачать верхнюю часть трапеции, вот в таких условиях, мы должны будем залезть вот таким вот образом на брусья, надеть желательно портфель, тоже накидайте туда дополнительного веса, и мы должны делать вот такие вот движения именно на трапецию. То есть мы не сгибаем вот так руки, руки держим прямо, работаем только телом. Это получается как шраги со штангой. Хотел сказать сраги, блин. Руки не сгибаем, работает только верх трапеции. Довольно сложно. Следующее упражнение на трапецию, это уже на низ трапеции будет. Как вы знаете, у нас есть верх трапеции, это вот эта мышца, которая к шее прикрепляется. И низ трапеции, она идет вот тут по центру спины. Для этого мы делаем, смотрите, что. Мы берем, зажимаем портфель вот таким вот образом. Он по-прежнему с тяжестью. И делаем упражнение книжка. Я думаю, вы знаете, что это такое книжка. Если не знаете, сейчас я покажу. В этом упражнении обязательно нужно держать тело прямо и немножко даже выгнуть свою спину, чтобы она как бы работала лучше, чтобы нагрузка переходила именно вот на трапецию. Делаются эти два упражнения также без перерыва. Делаем где-то 3 подхода, так же, как и на турнике подтягиваний. И отдыхаем между подходами 1,5-2 минуты. Даже, я думаю, где-то 1 минуту, 1,5, потому что тут всего лишь 2 упражнения. Вот мы и дошли до поясницы, до низа спины. Поясницу обязательно нужно качать, чтобы у вас была крепкая спина и чтобы она была, ну, равносильно прокачана, что сверху, что снизу. Поэтому мы будем делать гиперэкстензию. Для гиперэкстензии нам понадобится брусья, всего лишь запрыгиваем на брусья. Берем портфель в руки для тяжести. Можете себе вот сюда что-то положить, чтобы помягче было. All these thoughts keep me up at night, yeah. I can't think straight, need the light.
I don't really think I understand this world now. Got my head spinning round in a circle. Everybody lacks what they need internal. So they compensate with everything external. Not trying to throw... И делаем вот таких гиперэкстензий 4-5 подходиков. Этого будет достаточно. Берете утяжелитель какой-то, чтобы вам, ну, более эффективно было, да? Не обязательно брать большой вес. Небольшой, можно килограммчиков 5-10. И погнали! А так, друзья, спасибо огромное за внимание. Поставьте лайк этому видео, подпишитесь на канал. И обязательно заходите на сайт archiumoris.com, потому что там лучшие программы. Все состоит из суперсетов, и вы можете прокачать все свои мышцы в любых условиях. И скидки 35%. Спасибо за внимание. Пока!